Марина. Это тут людям помогают? Бесплатные обеды для бездомных в другом районе. Я не бездомная. Я хочу просто подрихтовать мое идеальное тело. Клиника пластической хирургии на этаж выше. Здесь у нас массажный салон. О, так значит мне к вам. Вы же массаж сделаете? Делаем, конечно. Ух. Но вам, может, лучше вначале в пластическую хирургию? Черт! Дело в том, что мне на работе... Уронили что-то на голову, и так удачненько. Нет, мне на работе... Сделали вакцину, и так неудачненько. Вы можете меня не перебивать, как это делают все на работе. Так вот, мне на работе подарили сертификат к Новому году, чтобы я сделала из своего тела, так сказать, королевну. А, вот эту 90-летнюю английскую старушку. Я, конечно, не знаю, как можно еще улучшить совершенство, но одаренному коню, как говорится, под хвост не плюют. Сертификат подарочный в наш салон. Да. Фирменно прикололись. Почему сразу прикололись? Что, обмяк? Никогда не видел такой красоты? Бог миловал. Да, красота – страстная сила. Я даже не представлял себе раньше, насколько. У меня сертификат на 5 массажей. Жестко. Но если мне понравится, то я продлю и доплачу. Послушайте, хватит мне угрожать. Вы готовы? Одну секундочку. Да, я готова. Ну хорошо, раздевайтесь. Раздеваться? Да. Вот так прям сразу? А ты сустряк. Я не готова. Ну, я бы хотела вначале цветы, ухаживания. Давайте познакомимся. Сергей. Евросинья Кондратьевна Кадык. Я вижу. Что вы видите? Кадык. Больше, чем у меня. Это мне от папы досталось. От мамы-то, я смотрю, вообще ничего не досталось. Скажите, пожалуйста, а вы тоже будете раздеваться? Нет. Я доплачу. Раздевайтесь, пожалуйста. А можно всех посмотреть? Я бы хотела кого-нибудь поаполонести. У нас такой услуги нет. Есть только вам мало. Если у вас такой скудный выбор на любителя, ну ладно, ладно, так и быть. Вы мне понравились. Да, кто по гороскопу? Лев. Лев этому не подходит. Я не договорил, я все-таки больше рак. С раком? С раком у меня все не было, но будет. Послушайте, вы собираетесь делать массаж или нет, женщина? Вообще-то я с девушкой. Ну, неудивительно. Вам вообще массаж когда-нибудь делают? Конечно! Рельсы!